работаем, Вов? Конечно, кураж продолжается. Праздник только начался, Люд. Давай, работаем. Посмотри, Чинтразе. Какая великолепная туничка. Она белая. Она белая. Она легкая, она свежая. Легкая, она невесомая. И здесь во всех товарах, да, показ модель, ага. Везде есть фишка. Пожалуйста, так, давай посмотрим красивый поближе, рукав, Люд. Нарядка. Да. Посмотри, какой наряд. Акцентируем внимание, как посмотри, говорят у нас на селе. Посмотри, какие у нас висюлечки красивые. Висюлечки это висят. Туничка, да, да и длина красиво, туничная, хорошо. Пожалуйста. Брючный вариант. А, 3800 у нас стоит, с 56 ага. По... Жень, ты не помнишь? То ли 64, то ли 60... То ли по 66 размер она. Да, 3800, Люд, я даже не верю уже. Пожалуйста, ты какая-то волшебница под эти тунички вот такие брючки у нас идут, трубы. Подожди, ты только рифма только что была или мне показалось? Рифма, Вова, рифма. Под не только ты же можешь, но и я могу. Как ты сказала, под такие... Брючки идут вот такие тунички. А, ну почти, почти, она старалась. Так, ладно, давай. Вот брючки, да? Это Leo Palacio? Да. Как мы любим? Трубы. Широкая резинка. Пояс резинка, но широкая. Посмотри. Вижу. То есть вижу. У нас утягивает вот эту да. Линию. Да. У нас талия, где у нас в серединке находится пупочек на ага, теле. Да? Так. Красиво брючки сидят. И самое интересное в этих брючках молния, но молния боковая. Давай узнаем, изюминка для чего на Люд сначала. Брюк идут как украшение. Красивые да, молнии. Приятно. В принципе, эти приятно. Брюки можно одеть, не расстегивая молнию. Вот, растянули. А, одели. Можно одеть, расстегнув конечно. Молнию. Все, я понял. А можно меня здесь дошло. Молния, в принципе, как декор идет. Ага, ну красиво. Да, чего? Трикотажные брючки. Карманчики у нас рабочие. Рабочие. Цена этих брючек 4200. Так. С 56 по 62 размер. Трубы великолепные. Да, такая трубы. Струящаяся приятная ткань. Боже, да. Люда. Сюда же я могу предложить показать еще одни брюки. Опять же, трубы. Но брюки уже идут штапель. Лёд, штапель. Да, все как мы любим. Давай, Люд, не тяни. Вот, ой, какая красота. Ты брючки. Посмотри, да? Тут уже идут... Смотри, какая ой, штанина ой, что-то у меня идет. Прям на Джона Гальяна. Палаццо. Прям какие-то флешбеки пошли. Вова, да, палаццо, тоже. Широкие палаццо. Брюки, да. Приподними их немножко, Люд, мы их рассмотрим вблизи. Тут что, ромбики, квадратики? Как ты опишешь этот принт? Кошечки, Вова, какие кошечки. Какие кошечки, Люда, посмотри, где? Вот если посмотреть, это кошечка, а, то фигурная. Кошечка, все, я фигурные понял. Да, я кошечки. Он художник, он так видит. Да, да. Это такая абстракция, кошечки. Люда, в виде кошечек. Да, да на резиночке. Прям немножко кубизма, я тебе скажу. Да, да ты, ты молодец. Прав, ты молодец, шикарно. А, ну, просто обалденные брюки. Также есть карманчик. К телу приятно, шелковистая ткань, вискоска, штапель. Ой, хорошо, на душе это как стоят радостно. Брючки стоят 3000, с 56 по 66 размер. Посмотри, какой комплект получается. Неужели она не шутит бесподобный. В этот раз? Люд, блузка ты не шуткуешь 3800, случайно? Туника. Нет, брючки 3000. 3000 за такие роскошные брюки. Где да. Такие найти-то вообще можно? Я не знаю, Люда у нас везде прям едет и находит какие-то эти эксклюзивы. Да, кстати, я тебе под, говорю. Под все эти же брючки я еще могу вот такую блузку предложить. Здесь идет 100% штапель, вискоза. Лё, штапель. Да. Очень актуальный в этом сезоне. Вот. Да. Смотри, как красиво блузка сделал. Людмила Аркадьевна, вы извините, я не могу опускаться ниже, у меня колени хрустят. Я хочу как-то на и мне не и мне не хотелось бы, чтобы об этом знали все. Хорошо, хорошо? Я сейчас одену, Вов. Хорошо. Да. Ну, подожди, давай мы сначала обратим, знаешь, внимание. У нас на селе, знаешь, как говорят? Опять на селе. Ты живешь на селе? Ну, я, да. Вроде за нет. Околицей. Вроде подождите. Нет, вроде нет. Секунду, Людмила, можете ручку немножко вот посерединке? Нет. Ну, как ведущая встать. Вот, вот, уже красиво. Уже бизнес. Уже все, уже бизнес-леди. Уже бизнес-леди, шикарно. Да, да, знаешь, да. Нас как на селе говорят, Люд? Как? У злой Натальи все люди канальи, понимаешь? Да. Где ты только все да. Берешь такое? Я просто хотел обратить ваше внимание, что есть люди, которые пишут вам гневные комментарии, есть, понимаете? Есть, есть. Изливают есть. Прям вот душу. Но мое, вот знаешь, мое мнение какое? Вот если вам что-то не нравится, просто закройте канал, не смотрите, не смотрите его. Да. Я можете заблокировать этот канал. Я считаю, что это пишут уж завистники. А, есть такая категория ой. Людей, которые, ну не можете себе позволить. Я это все понимаю, да? А, я сама себе много чего не могу позволить.
Это да. не из той, например, Bentley Continental. Не могу. Не да, можешь. Не могу. Например, Cadillac Escalade. Но я же не пишу всем, что вы все такие сяки, у которых вы есть и того есть. Ты же не пишешь есть компании даже, BMW, что они это фу-фу-фу. Вот одна фраза мне понравилась, да, написала одна женщина, я не знаю, женщина, девушка написала, что такую фигню, которую вы показываете, мне за даром не нужно. Вот, представляешь? Она-то, я, конечно, нет, сделала Богу душу. Нет, я понимаю, что ей не надо за даром. Но, может быть, и вот эту блузку, которая стоит 3800, предложить ей за 38 тысяч, а она с удовольствием ее возьмет. Люд, скорее всего, понимаешь, вряд ли она возьмет за 38 что-то. Но если говорить за даром ей не надо, ой, извините меня. Я понимаю, надо как-то излить свою черноту, но свою злость. Но почему мы, Люда, но почему вылить. Всегда человеку мы? Человеку становится легче. Пожалуйста, вы можете взять листок бумаги, да, ручку, и излить это письменно, все на этом листке и выкинуть. Либо позвонить своему психотерапевту. Да, пожалуйста, кому угодно. Вот это изливание нам это совершенно не нужно. Если хотели задеть меня, угу, то я сразу говорю, вы меня не задели, вы задели только себя. Сделали хуже только себе. Я к чему вообще тянул плуг? Слушай внимательно. Мы не приемлем негативщины у нас под постами. Правильно? Правильно. Да. Это можно как-то написать по-человечески. Подытожим, Люд. Я сегодня просто какой-то нереспектабельный, неперспективный, но подытожим. Если вы напишете гневный комментарий, вы попадаете сразу в черный список. Моментально. Я все сказал. И я работать можно? Наконец-то, я Люда. Я наконец-то приодела. Ты наконец-то в эфире. Тунечка, да? Сразу. Я с разбега к вам, дорогие мои. Вот это такая туничка. Что она имела в виду, мы никогда не поймем. Но это было интересно, Людмила Аркадьевна. Такое, знаете, такая импровизация. Такое вступление. Такая актерская игра. Ну, я думаю, меньше всякое. Да. Вот такая туничка, да, у меня. Знаешь, танец еще есть такой? Минуэт. Минуэт. Удивительно, да. Пируэт. Нет, мы просто однажды, да, встречались с друзьями на селе, они вот крутили эту песню. Знаешь, Маша, если бы я был танцором, я бы станцевал для тебя пируэт или минуэт. Я уже запутался, Люд, но согласись, странная песня. Пируэт – это из балета. А минуэт? А минуэт – это танцы раньше, так, 1800. А, ну то есть ты минуэт. Все-таки в курсе, помнишь, да? Помнишь исторические танцы? А сейчас минуэт. Подождите, Людмила Аркадьевна, сколько вам лет? Много, 250. Меня пугаете иногда. Так, давай, рассказывай. Хорошо выгляжу на свои 250. Шикарно сохранилось. Короче, вот, посмотри, такая туничка. Подожди, я вас снова перебью. А вы что так лево стоите, криво? Опять криво. Посерединке, давай ты конечно. Мне тогда нарисуешь полосы, да? Вот, чтобы нет, я должна но вы в же, рамках вы же актриса, певица, модель. Вы же должны чувствовать я, сцену. Я вся в себе, Вова. А, я не собираюсь себе, да? себе границы устраивать ни спереди, я вас услышала. Она художница, да, она да, так я видит. Актриса, Вова. Да, так если что... ты режиссер, тогда ставь задачу и ставь меня на точку. Хорошо. О, по киношному стала да, говорить. Да, лучшая. Людмила Аркадьевна, ну-ка на точку быстро. А то, знаете, если даже кто-то начнет напирать на нашу любимую Людмилу, мы скажем, крут был Леха, а кинули как Лоха. Короче, вот такая штуничка, опять натуральная ткань, да. штапель. Вова, давай покажем, давай, пожалуйста. Поближе, на мне белый цвет, пожалуйста, все пускай посмотрят, да, что это не посмотрим. Просвечивается. Нет, нет, ни в коем случае, вот. Все красиво, все чинно. Посмотри, вырез очень красивый. Благородно, да. Да, вот эти пуговки продают небольшой такой сексуальный шарик. Да, Людмила немножко приподняла тунику, а так у нее уже был романтик коллекшн, так что очень интересно. Ну давай посмотрим на пуговички. Зона декольте. Слышишь, что говорит наш директор? Ой, ну директора мы не будем показывать, он просил, он стесняется, да. Да что это он стесняется? Если он стеснялся, он все время молчал. Нет, сегодня, Люда, сегодня ваш эфир, вы хорошо, звезда. Хорошо, Вов, рукавчик у нас спущен. Да, также здесь пуговки, все у нас декор. Красивые, спинка, да, не посмотри, так. Спинка. С кокеточкой. С кокеточкой. Что-то я причем уже понимаю в одежде. Еще что на спинке-то есть? Складочка. Ой, по-моему. Вот это я еще не запомнил. Складка давайте, да. Же есть на спинке. Напишите в комментариях, вы это запомнили? Складочка. Складочка. Причем спинка у нас чуть длиннее, чем перед. О, подожди, это надо вот так, стоп, да, да, ракурс, пожалуйста. Ракурс правильно видим, красиво, да, все да. нежно. Цена 4200, с 56 по 60 размер. Под эту блузочку, туничку сразу я покажу вот такие брючки.
Неужто это бэгги стайл? Это когда, это как струящаяся такая ткань, не хлопок, не вискоза, как штапель. Во, ты да, просила ближе. Поближе посмотреть, да. Давайте рассмотрим. Так, секунду, Людмила Аркадьевна, мы пытаемся, камеры все настраиваются, увидели струящуюся да. ткань. С карманами. Говорите вот больше. Вот как красиво брючки. Причем брючки всего стоят 3000. Ну и вообще, ну вообще. С 56 по 66 размер. Это шикарно. Типа бананов, да, вот с карманами с такими накладными, да. К низу ножка немножко заужена, в самом низу. Немножко, это как турчанки. Дорожка, татошка. Как турчанки, немного похоже да. на турчанки. В общем, с 56 по 66 3000. Как говорят у нас на селе, вот заряженному танку в дуло не смотрят. Посмотри, да. черные брючки, пуговки в тон брюк. Да, Люда, комплект мне очень нравится, я очень голосую за. Я голосую за, да. Супер дизайн, and супер фабрикс. Продано! Имя Цигель, Цигель, Алюлю, работаем. Ой, вы не представляете, как она сейчас верещала за кадром, Людмила Аркадьевна, ну, ну все, как то, вам начнем, не стыдно? Ну опять что-то мешает звонки. Ну как вам не стыдно? Ну праздник все, поехали, все-таки. Поехали. Давай, Чинтразе, работаем. Да, вот такой комплект, удлиненный рубашка. Сразу скажу, не синтетика. Нет. Ткань натуральная. Да. Это стопроцентная вискоза. Натурпродукт. Рубашка удлиненная. Вот, пожалуйста, какой разрезик. Видим. Рукавчик. Рукавчик здесь, пожалуйста, его можно опустить и будет ниже локтя рукавчик. Но я предпочитаю вот так. А можно не опускать? Можно Людмила не опускать. Всегда нам дает пуговки. Выбор. Посмотри, какие красивые здесь пуговки, Вов. Боже, какие. Ты видишь, это какой какие? Цвет, Люда, какой цвет? Это какой-то беже-розовый цвет, красивый. Причем пуговки не пластмасски. А ты знаешь, как этот цвет называют в простонародье? Как? Мокка. Вот. Ну, ты же самый умный, господи. Ну, конечно. Победил комплект, в шоу, самый да. умный, да. Рубашка с 56-го в малиновом цвете, с 56-го по 64-й стоит 4200. Вот такой блузон под рубашечку. 56 по 66 размер стоит 3200. 3200. Я да. просто попытался. Тканюшка да. здесь не хбшка. Так. Здесь тоже вискоска в сочетании, по-моему, там с эластаном. Ну, эластан точно тянется, это 100%. Инфосотка. Есть. Да, и еще какая-то смесовая ткань. Принт. Специально мы выбрали принт под эту блузочку, потому что у нас есть еще Жень. Можно? Чем же нас Людмила Аркадьевна еще удивит? Она сегодня такая, знаете, внезапная. Такая же рубашка в малиновом такая цвете. Такая летящая, а на волне в ресурсе. А есть еще и салатовая. Перебивает оператора без конца. Посмотрите так, стоп, на нее, стоп, стоп. Что она хотела этим сказать. Не расстегнула пуговку. Вот так вот, Людмила Аркадьевна. А у нас на селе, знаете, как говорят? Лучше с Петровым на Майорке, чем с майором на Петровке. Ну, это да, я согласна. Я тебе говорю, ты там долго будешь возиться? Ну, мне же надо показать, что ты не знаю. Вот, наша несменная ведущая Людмила Аркадьевна. Вот, пожалуйста, рукав здесь вот такой, какой есть, да? То есть его можно приподнять. Ну, да, ты знаешь, вот такой на самом деле, какой есть, да, таким уродился. То есть, Женя, дай малину. Такой простяцкий рукав земли. Просто принт вот этой блузки, да? Боже, сколько цветов, сколько цветов, девочки. Он подходит и под малиновый цвет. Он подходит и под малиновый, ой, и под нежно. Салатовый цвет. Пожалуйста. То есть эта удлиненная рубашка есть в малиновом, есть в салатовом цвете 4200. Зеленый салатовый цвет до 66-го, малиновый до 64-го. Спасибо. Блузки да, 4200. А блузка, вот эта, которая с принтом идет под рубашки, 3200 с 56-го по 66-й. Чинтразе. Спасибо большое. Ну и что, супер дизайн. Ну вы говорите, пожалуйста, я говорю, супер спасибо. Фабрикс. Продано.